Объявление помогает? Да? А что у вас здесь ходят, бычки стреляют или что? Да? Некрасиво очень. После капремонта хотя бы больше не вешать, ладно? А если кто курит, шампанову, бум, в лоб. Почему вы в очереди стоите? Вот это вы не записывали заранее, да? Девочки, скажите, меня Клавчевы-то запишут? Зачем? Нет, у вас же когда вы получаете электронный, вы записывались по электронной записи? Нет, теперь не нужно. Не нужно абсолютно. Все, вы можете сразу идти врачу, здесь не нужно стоять. Мы здесь ему берем? Да, здесь планируем питание, ремонт, грипп, тема. До открытия 330 посещений смены, это мощность определения. И детская еще тоже 300 посещений смены. Вот до 2012 года в этой поликлинике обслуживалось и взрослое, и детское население. И детское население не делало все вот в этом маленьком участке. Детскую вывели сейчас, да? Детскую. Раньше проводили все здесь в три смены. Сейчас в связи с в детской поликлинике нам необходимо организовать дополнительные кабинеты и участковых педиатров. Да, да. Кабинеты клиники экспертной комиссии. Вентиляцию нужно менять, чтобы обмен воздуха был гораздо соблюдался. Чем здесь влажно? Там почти на метр 50 вообще пустой, потому что невозможно использовать, просто стоять чем. А вот кабинет могут посмотреть, там входная группа. Как настроение, как жизнь? Что интересного скажете? Очереди не бывает, да? Нет, не бывает. Ну, запись по телефону или по интернету? Электронные записи по телефону, да. А кто карточки носит? Мы носим. Сколько у вас человек? 4. Одна в отпуске. И сколько за раз вы карточки носите? Ну, когда как. Когда 15, когда 10, когда 3. У вас сколько? Ну, утром, да? Убираем, да, относим. Сколько? Потом в течение дня. Сколько ходок вы делаете? 3, 5, 10? Ой, много. Тяжело? Да нет. У нас же лет. Сейчас говорят, что быть здоровым, можно 10 километров нахаживаться. Да? Да. Ну, понятно, побольше. Да уж, ладно. Да. Больше? Да. Ну, хорошо. С юбилеем. Спасибо. 43,5 года. Руководителем сельского здравоохранения. Очень приятно. Мы в следующем году начнем капитальный ремонт поликлиники взрослых. Это хорошо. Это что? Бывшая детская, там еще закупили. Да, там тоже ужасно, да, мы были. Но я добивалась 20 лет, не добилась. Ну, вы считаете, что и взрослые тоже вы добились? Да? Ну, хорошо, спасибо. Здесь много народа? У нас, вы знаете, как стала запись электронная? Каждый идет по своему времени. То есть потоки сразу распределились, да? Сразу потоки распределились, и народу мало, можете даже подняться по себе. Специалисты все или кого-то не хватает? Специалисты у нас были все. Сейчас один врач ушел, но собирается вернуться, уговорю. Вот. А так все. Весна тяжелая была? Не сказала бы. Нормально, да? Да. Вы знаете, прививка против гриппа, сделанная, не помню, прошло осенью. Она спасает, да? Она дала эфир, да. Давай. Да. Я у нас такие специалисты, Светлана Алексеевна доложил, что в следующем году начнем капиталить вот эту красоту. Да, конечно, красиво, очень, мы хотели. Поменяем. И стоянку надо будет, конечно, организовать. У нас нет, стоянка там, по-моему. А что там? Очень неудобно подъезд. Какое-то сооружение непонятно. Вот это тоже вопрос какой-то. Дали команду, чтобы в ЦРБ его поставить на баланс. Там судебная процедура, это частная, да? Да, мы изъяли землю. И подумаем, что мы здесь делаем. Когда у нас будет радость? В следующем году должны доделать.
эти девочки возмущались тем, что негде ездить на велосипедах. Василий Михайлович вместе с нами принял участие в велопробеге. Мы сказал, что будет парк, где будет зона, где можно будет спокойно с семьей, вместе с всеми детьми проехать на велосипеде и отдохнуть. У нас есть областная программа парка под Москвой. Соответственно, в каждом муниципалитете, в каждом городе парк должен быть. Можайск не исключение, поэтому выделили деньги. Будем, соответственно, проводить здесь работу. Надеюсь, что через год можно будет и на велосипеде ездить, и гулять с колясками, и вообще просто отдыхать нормально. Да, Андрей Юрьевич, хотелось вам спасибо большое сказать и вам, и нашей районной городской администрации за то, что такой объект вообще начинает появляться в Можайске, потому что во времена нашего детства мы даже об этом мечтать не могли. А вот наше подрастающее поколение, мы уже знаем, что детишки наши будут здесь и мамочки гулять. Конечно, хотелось бы, чтобы была детская зона, где вот мы могли бы малыши тоже проводить время с родителями. Поставим детскую зону. Поможем, все сделаем. Хорошо. Вот это район здесь. Ага. Вот мы хотим у вас попросить посодействовать как-то, да? Так, когда планировалось, это должна быть единая зона отдыха. Вот посодействовать как-то, или городу, ну, городу передать, да, Василий Михайлович согласен вроде взять на баланс, да. Нам только в школе оставить вот территорию, вы были у нас, да, где стадион наш. Ну, делать так, чтобы удобно. И мы оттуда, у нас, во-первых, оттуда жителям можно будет прям по улице Плосухина, где детский сад открывали, да, и прям через нашу территорию проходить сюда. То есть горожане пешком могут пройти? Уже, да, не надо будет по Клементьевской идти, где машины. А зимой где бегаете? Зимой вот у нас трасса есть, да? У нас есть проект, прошел экспертизу. Полтора маловато, конечно. Нет, 2,5 у нас трасса. Ну, сейчас полтора. А сейчас здесь вот полтора на асфальте. Да. А зимой у нас 2,5. Нормально по ФИСовским всем правилам все соответствует. Много ребят занимается? 60 человек. Нормально. Ну не так много, но остаются, вы же знаете, лыжный спорт это тяжелый спорт. Ну, да. С горы спуститься. Вам сколько лет, не секрет? 67. Молодец. Говорим мы, как правило, на таких встречах о том, что волнует людей. Реже о достижениях, потому что само по себе перемены радуют, но всегда есть проблемы. И наша задача на таких встречах смотреть в глаза и попытаться в следующий раз решить то, что волнует сегодня. Мы буквально несколько дней назад, сегодня четверг, среда? Да. Где мы были? Где-то далеко мы были. В Шатуре мы были. Вам привет из Шатуры. Были в озере, в озерах Егорьевске, во всех прилегающих к Москве городах. Жизнь очень разнообразна в Подмосковье, вы это хорошо знаете. Ну и проблемы, конечно, тоже. Где-то это вода, где-то ЖКХ, где-то бараки, которые мы до сих пор не расселили. Где-то не хватает работы, это, пожалуй, самый главный вызов, который мы чувствуем и стараемся решить. В общем, жизнь, она прекрасна своим многообразием, и проблем тоже у нас самых разных хватает. Сегодня мы приехали в Можайск, я здесь регулярно бываю, если, может быть, вы обратили внимание, потому что понятно, что территория непростая, и долгое время не уделяли внимания базовым вещам. Первое из них – это перевод котельных с жидкого топлива на голубое топливо, как принято говорить. Тогда, когда ты топишь мазутом, то гигакалорий стоит совершенно других денег. И зимой возникает беспокойство, будет тепло или нет. Еще одна поездка у меня была связана с водой. Очень много писем я получал себе на почту, обращений на то, что вода в Можайске, так скажем, не важнецкая. Мы запустили буквально в этом году, несколько месяцев назад, водозаборный узел, очистку станции. Вот сегодня очень приятно, когда поликлинику посещал, люди сказали, подтверждаем, вода чистая. Там, где включил, там чистая. Мы сегодня посетили ЦРБ. Хочу доложить вам, что кроме детской поликлиники, которая была сдана в конце 2012-2013 году, мы побывали во взрослой поликлинике. Состояние ее нас не устраивает, поэтому в следующем году мы будем делать капремонт. А сейчас мы
подготовим смету. Тогда, когда капремонт мы делаем, обязательно нужна смета, проектно-сметная документация. Вот, соответственно, в этом году ее задача завершить, а в следующем приступить к масштабной реконструкции. Фасад будет поменен, и самое главное, все, что внутри, там безнадежно устарело. Рядом недострой, который стоит, люди попросили сделать там кафе, и главный врач высказался за то, что там удобное место для лаборатории. Поэтому Поначевный, Илья Игоревич, проходите, будет сегодня со мной работать, как раз отвечает и за это в том числе. За эти вопросы отвечает для того, чтобы это в срок программа была реализована. Вы знаете, что, может быть, не все, мы в этом году предусмотрели средства на капитальный ремонт станции скорой помощи. Ремонтировалась она, точнее, никогда не ремонтировалась. Наша задача там тоже привести в порядок, потому что особенно зимой машины не могли заехать в гараж. В общем, там были разные проблемы. Сегодня мы в парке присутствуем в рамках нашей программы «Парки Подмосковья». Мы стараемся сделать так, чтобы в каждом городе было место для отдыха. В микрорайонах ставим детские площадки. Есть детские площадки? Конечно, только по вашей программе. Да. Вот, ставим детские площадки в городах и, конечно, уделяем внимание парку. Вот сюда выделено областных денег порядка 8-10 миллионов и, соответственно, муниципальных. Задача, чтобы парк стал местом притяжения. Сегодня здесь, ну, так скажем, нет еще той инфраструктуры, которая нужна для детей, для мам, которые отдыхают с колясками, для лыжников не все предусмотрено. Фонари, опять же, поставили, их свинтили, украли. Вот наша задача в том числе сделать так, чтобы фонари не крали у нас в нашем Можайском парке. Правда? Вот. А пока глава управления внутренних дел будет отвечать за то, чтобы их не крали. Поставим камеру, и те, кто будет воровать, тех накажем. Вот, потому что так дела не делаются.